На конкурс дети читают стихи. Мой любимый поэт Яковлева Анастасия, 9 лет. Сергей Михалков, под Новый год. Говорят, под Новый год, что не пожелается, все всегда произойдет, все всегда сбывается. Могут даже у ребят сбыться все желания. Нужно только, говорят, приложить старания, не лениться, не зевать и иметь терпение, и учение не считать за свое мучение. Говорят, под Новый год, что не пожелается, все всегда произойдет, все всегда сбывается. Как же нам не загадать скромное желание, на отлично выполнять школьные задания, чтобы так ученики стали заниматься, чтобы двойка в дневники не смогла пробраться.